Стрей, привет. Вид, плиз. Стрей, привет. 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 А давайте. 60 минуточку с минус 25 и нормально. Ребят, сильный вопрос в чате. Объясни, пожалуйста, ты считаешь нормальным, что ты сливаешь очки ММР ребятам ради собственной выгоды? Это что я только что прочитал? Это что-то на уровне... ты считаешь нормально вообще выигрывать в игру? Ты же у других людей выигрываешь, им плохо. Зачем ты побеждаешь? Сука. Нет, вопросы просто с каждым днем. Есть вопросы, которые просто самые сильные становятся. Объясни, пожалуйста, задал вопрос чувак с ником Примас1999. Объясни, пожалуйста, ты считаешь нормальным, что ты сливаешь очки ММР ребятам ради собственной выгоды? Это что вообще я сейчас читаю? Что это? Это как вообще можно задать такой вопрос? Ой. Бывает. А, да, Бэтмена убрать. Это точно. Это точно я забыл сделать. Это я забыл. Так, там я слышу, уже героев пикают. Там уже что-то покупают. А я ничего не делаю. Сейчас, так. А, Думецкий против меня игра. Да что происходит в игре? Так, так, вот так. Я не знаю, против кого я буду стоять. Там, о, Квапат, 3 победы подряд. Походу, бустер. Еще и соточку залил. Еще и соточку залил. Сейчас, чувствую, будут у меня рейд отбирать. Квапат за дротище, походу. Сирак, давайте посмотрим, как он выступает вообще. А. Он не выступает. Он беру, не выступает. В миде крипа сожру. Хорошо, только хавай милишного, а не рейнджового, хорошо? Так, а против меня еще и пудж, еще и Doom. Это вообще нормально. Это вообще нормально. Ладно. Сейчас придется, наверное, арбуз вкачать. А, снизу замес. Дай руну, пожалуйста. Дай руну, пожалуйста. Трое пожалуйста. Так, ребят, на ставочке время еще есть, можете их делать, но на самом деле... Вы знаете, когда я играю на паке, тут вообще непонятно, что делать. О, Иван. Иван. Ванек. Спасибо за донат, Ванек. Кто со мной? Инвокер. Хорошо. Стрель, скажи, ты лил на Зевса не собиралась за того, что его взял Веномансер, или ты вообще его не берешь? Спасибо большое за донат. По поводу Вейла, мне просто... Я вообще обычно его покупаю, но мне просто было впадло нажимать лишнюю кнопку, поэтому я решил просто пойти легким путем, купил себе Аганим. Ну, он подороже, да, но там ничего нажимать не надо, просто нажимаешь кнопку W, и все нормально. Что я даже не видел, что у Веномансера Вейл был. Спасибо за донат, так что как-то так.
Ладно, пора убивать его, по-моему, уже. Он что-то стоит, тут что-то пытается ластхитить. Мне это вообще не нравится. Вообще он мне не нравится, как игрок. ГГВП. А какой там левел, я не заметил. Бухану, блядь. Как и обещал, вот две соточки за помимо удачных. Да, прибудет с тобой сила. Спасибо большое за две соточки, за донат, братишка. Сила прибывает со мной пока что. Так, левел инвокера. А мужик будет что-то оповещать? Я его что, зря нанял? Алло, мужик? Да. Не-не-не, не да, ты один. Мужик. Ты тоже мужик в голосовом чате, но я не того зову. Короче, не знаю, что происходит. Что-то донаты есть, а мужик не работает. Я надеюсь, он сейчас заговорит в ближайшее время. Сорян, ребятки, спасибо огромное вам за донаты. Сори, мужик что-то не хочет базарить. Или может то донат был без сообщений? Уджик снизу сайт. Странный тип. Он имел в виду, что это нечестно по отношению к пацанам во вражеской тиме. Рейтинг на то и делался, чтобы играть с игроками примерно одинакового уровня игры с тобой, а не с мегазадротами с 6К+ ММР. Я мегазадрот, ты о чём? Что в Альвине бы не аккаунт за передачу его другим лицам. Например, бустерами и Спасибо большое за донат. Я считаю, что все нормально. И это вообще неправы. Вот. А по поводу там банить за передачу другим лицам, это нельзя пофиксить, потому что как Valve узнают, что ты передал кому-то аккаунт? Да никак они не узнают. Пора убить, что ли? Сейчас. И уходим в инвиз. Он сейчас тупо в ахуе, идет меня искать. Я стою так, чтобы видеть все проходы. Дум в лесу. Го убивать! Го убьем! Бить будешь его? Сынок. Ты что делаешь? А я... Давай, до Талова. Троих в одной игре. Да ладно. Кто такой опять? Думецкий, не шестой? Нет, не шестой. Далеко ему до шестого еще. Пойду за руной схожу. Я не знаю, о чем. Может, я что-то не то услышал в донате. Так, подождите. По-моему, пора его еще раз оформить. Сейчас я жду ПТ-ху свою и буду общаться с ним. Потому что ВВЕ инвокер, то есть через Алактрити ему нравится воевать со мной. Поэтому сейчас я с ним повоюю. Только надо, чтобы он из-под башни чуть-чуть высунул свое лицо грязное. Не-не-не, все, фарм закончился. Ну, вот так вот делаем. Я зажал на самом деле арбу и сделал это зря. Блин, заюзал я банку на Спирит Брейкера, но не успел его подсейвить. Так, там стан есть. Оу! Зря я шифтанулся, походу. Тут бюджет подъехал, снял с меня штанишки на 762 рубля на 5-й минуте, между прочим. 5-я минута плюс 762 пуджу. По-моему, сапожина подъехала. Зря я шифтанулся, на самом деле. Я думал, сейчас он попробует меня застанить станом кентавра своим. Но, кстати, если бы не шифтанулся здесь, то выжил бы, наверное, от пуджа. Но, опять же, не факт. Не факт, поэтому, ну, по максимуму сделал, что мог. 762 тупо на 5-й минуте. Как так? Привет. Да. Расскажи, как стоять против Double Doom Plus лично Харди?
Ну, кроме двух хейпортов Дауном. Спасибо большое за донат, по сути, очень тяжело стоять, я даже не знаю, что тебе посоветовать, потому что, ну, это очень сильная дабла, под лечом Дума, это просто забей. Ну, забрали на топу. Ничего, нормально. Так, инвокер левел 4, вот этого, го, убьем. А ты наводиться выйдешь сегодня? Ну все, это домашний. Мне оставлять не надо, у меня все нормально по фражинам и по деньгам, поэтому... Так и не знал. Могу еще один раз бегать. Так, крипа убивать не надо, потому что он мне, он будет мешать Пуджу меня вытянуть. И уходим. Тут вард стоит. А, они за мной даже не пошли, мой. Лол. А что, они за мной не пошли, я не знаю, странно. Обычно до базы бегут. Так, не, сколько папа. Фрагов тут? Клапу убили, пуш автоденай. Не, я так не отдаюсь. Блин, пудж автоденай, сейчас бы трипака дал. Ну, не судьба, значит. Автоденай всегда работает у таких молодых людей. О, фантомка. Фантомку наведешься? Давай наведись. Не бойся, наводись. Давай, вот нанизу. Нанизу. Да все, да, домашняя. Успокойся. Во, все, хорошо. Домашняя это я люблю. Я давай, разворачивайся, даггер кидать мне. Сейчас я тебе по скорости улечу. У тебя ульта есть? Нет. Не, уходи, уходи. Я понял. Ой, под... Не-не-не-не-не. Тихо-тихо, пацаны. Тихо-тихо-тихо. Фантомочка, да? Да нет, бежит на тебя. Фантом. Это было сайленс, наверное, дать ему, да? Но это не важно, я тут должен жить. Ай-яй-яй, крита поймал. Некрасиво получилось. Ну да ладно. Так, а я, кстати, во всех 11 фрагах поучаствовал. Я агрессивный пак. А ПТшка тут не помогала, потому что с даггера выпал крит. Даже если бы я переключил ее на силу, что, в принципе, я должен был сделать. Но она бы меня никак не спасла. Там выпал очень большой крит. Антимаг, давай. Прыгай и умирай на него. Там я забираю его через прокат. Мне бы еще чуть-чуть урона на него. Да, правда. А, все, забей, забей, забей. Он уходит. Там еще и друзья подошли. Так. Клопа здесь. На самом деле я больше всего Пуджа боюсь, потому что я куки ловить люблю на любом персонаже. Я ДД возьму. Я полечу сейчас. На тебе разок. Тебе разок. Нет, тебе не успел дать. Ну, тебе два дал. Там так, трое. Три персонажа. Там Дум есть, не надо. Не идите туда. Сейчас Дум поймал. О, вот я это. Я тут уже наспали. Блять, хочу их всех убить, а не получается. Ладно, ладно, сейчас надо мид сломать. Го мид сломаем. Они сейчас все на топе, а мы изи сломаем. Сломаем мидец. Там все варды не поставишь, никто не поставишь. У Дума нету Дума. Он без маны, у него на маны нет на Дума, у него только на зем. Так, трек был? Трека не было. Пуш внизу. Дум сейчас заберет внизу пуш. У него бутылка пустая. Лич, вкусненько, вкусненько было. Я говорю, сейчас пас пойдет за руной. Внизу. Вот он. Ребятушки. Дума не было, там 150 маны Дум стоит. Уходит. А может и был трек, неважно. Пуш под инвизу. Дагерочек есть. Все нормально. Все нормально. Правда, пуч под инвизом. Меня это очень сильно пугает. Надо ПТ на силу поставить. Ладно. Короче, сейчас кто-то один будет умирать. Либо я, либо какой-то, может быть, спиритбрекер. Нет, спиритбрекера вряд ли он сожрет. Там 1000 хп. Сейчас пойду куда.
Это тот мертвый уже тебе. Сами без меня. Пуджа убить. Го-го-го, Пуджа. Нет, не надо. 4 секунды, чат. Кстати, и чарш не нужен, чтобы начать. Какой же я сейвер? Так, ПТ на инту надо. Изи. И кабана засейвил, хотел сказать. Сайленс. Сайленс. Изейшие, боже мой. Кто еще такой пришел? Ну, давайте этого тоже. Уже воскрешаются пацаны. Убил. Отстань. Так, там санстрайкер должны быть. А, понял. Так, что? О, инвокер, соло мид. Blades of Attack. Какой же ты нормальный тип. Все, да? Мы не видим, что через крипов бежит армия врага просто на нас. Мы просто смотрим телевизор, я не знаю, чем он занимается там. Чуть отойти. Не хочу DreamCoil тратить на него. Вот на этих можно потратить. О-хо-хо-хо! Это было хорошо вообще. Мы команда, ребята. Пуджа убить. Быстренько. Пуджа, кто есть? Быстро. 5 секунду. Я есть. 5 секунд. Все, бегу. Ты тоже кино смотришь? Так, а кто умер? А, Баунтикантер умер. От чего только? Санстрайк, наверное, словил. Блин, на самом деле очень приятно то, что я ни одного дума за игру не получил. Это просто божественно. Как я люблю, когда в меня дум не кидает дум. О, санстрайки в крепышей. Так, разведчик. Автоденай будет сегодня? Сука, накаркал, не? Не накаркал. Не накаркал. Дум не хочет давать дум. Это хорошо. Блин, руны нету. Нигде. О, инвокер наигрался. Я бы тоже наигрался на его месте. Сильный. Чат в доте читаешь. Что чат в доте? Впервые вижу хорошего пака. Стрейд, какой вопрос? Как бороться со школьниками на каникулах? Никак с ними не бороться. Со школьниками. Не надо с ними бороться. На самом деле, давно не было таких легких игр на паке. Обычно пак это 60 минут пота и крови. И причем непонятно, как они заканчиваются еще. Обычно 60 минут пота и минус 25.
Вот, но сейчас все нормально. 14 скиллов, 11 ассистов, я помог команде на всей карте. То есть, что от пака надо, я, в принципе, практически все сделал. А, фантомка. Секунду, разгон. А, хотел арбу кинуть, которой нет. Замечательная идея. Все. Счет инвокера 1-8. Почему ты не максил Сайленс, а максил арбу? Потому что с арбой ты можешь нормально харасить. А Сайленсом харасить ты не можешь. Ну, то есть, чтобы харасить Сайленсом, тебе надо кинуть арбу, подлететь на арбе к пацану и дать Сайленс. То есть, ты тратишь 2 скилла. А арбой харасить изи. То есть, ты просто пытаешься понять, куда пойдет герой. Я думаю, на 3500 это вообще изи делать, потому что тут герой никуда обычно и не ходит. И просто даешь арбу по кулдауну. В итоге у тебя кулдаун получается 11 секунд, и ты постоянно наносишь много урона. Легчайше. Спасибо за игру, ребят. Победку поставил, новые ставочки открыл. Едем дальше.